Я чемпион! Что такое? Назад? Вперед? Ну, помогите мне! Ну, помогите мне, я чемпион! Спасибо! Всем привет, это Айс, он же Василий Хрусталев. Сегодня мы играем в Формулу 1 2016, режим карьера за Рено. У нас Гран-при Канада, Монреаль. Недавно вышел патч, была добавлена сложность мастер, она идет сразу перед легендой, и я решил попробовать ее затестить, потому что, ну, как-то не очень камильфо выигрывать на Рено гонки. Ну, как-то вообще не клево, хочется немножко все-таки борьбы, но в легенде мне ставят такие задачи, которые просто невозможно побить. Надеюсь, новая сложность мастер подойдет мне полностью. Нам дали нового соперника Макса Ферстаппена, мы стопудово проиграем ему эту битву, я даже не сомневаюсь. Подвезли нам силовую установку новую для Канады, вот вы можете видеть, мы теперь сразу за Вильямсом идем по силе команд. Надеюсь, эта силовая установка поможет нам в гонке. А теперь самое время начать Гран-при Канады. Мы добрались до третьего сегмента, показав время 1:14.900. Сейчас будем пытаться улучшить. Длинная прямая, сразу под мост и направо. Выходим напрямую. ДРС. И сейчас все решится. Торможение 150. По газам, по газам, по газам. Снова включаем ДРС. И финишная прямая. Какими же мы будем? Третье. Третье на данный момент. Ну, блин, я не фэн Канады, поэтому ехать еще и не буду. Лучше я вряд ли проеду. Прогноз погоды на гонку. Где-то к середине гонки должны появиться тучки. А к концу гонки должен пойти дождик. Поэтому тактику я выбрал свою пользовательскую. Мы сперва поедем на суперсофте, потом... Ой, на ультрасофте, потом на суперсофте. И уже если в конце пойдет дождь или нет, мы уже поедем непосредственно на самом софте или на промежутках. Я сделал прогноз на промежутке. Посмотрим, насколько я не прогадал. Напомню, что мы играем на новой сложности мастер, которая идет сразу за легендой. Включаем обогащенку, стартанули очень хорошо. Сразу вклиниваемся между двумя болидами. Торможение! Немного пролетаем мы мимо апексов. Но остаемся третьими. Сзади смотрите, как плотно борются пилоты. Мы отправляемся в погоню за Рикьярдо. И у нас сейфти кар. Я так прикинул, мы не будем заезжать в боксы, мы сейчас поэкономим резину и попозже остановимся не на девятом круге, а попозже круге так на 12-м, наверное. А что обозначают вот оранжевые машинки, оранжевые болиды на карте? Что это значит? Машина безопасности уезжает в боксы. Атакуем Росберга во время рестарта, точнее сразу после него. Замечательно. Он пытался. Ошибаемся немного, промахиваемся мимо апекса, но все равно остаемся лидером. Росберг сейчас будет открывать крыло. Что-то он какой-то вообще вялый.
как он машину свою настроил, вообще не понимаю. Или это мы так прибавили, конечно, за счет инноваций. Нам говорят, что окно пит-стопа для нас открыто, но нам еще рано заезжать. Резина еще в порядке. Росберг атакует. И мы разворачиваемся. Не, обогащенку включаем. У нас повреждена резина сильно, также поврежден передний спойлер. Придется кое-как проехать и уже заезжать в боксы. Выезжаем 22-м. Забавно, что Росберг столкнулся с Ферстаппеном точно так же в Канаде. Ну, вернее, не совсем точно так же. Но тоже у него там был неприятный инцидент. И теперь в Канаде у него неприятный инцидент со мной. Вот так. Обходим Харьянта и Верляйна следом. Задевает нас Верляйн, но мы остаемся в гонке. Немного нас повело, потеряли мы там, наверное, немного резины, но такое бывает. Какая плотная группа здесь. А вот и Росберг, наш соперник, с которым у нас была стычка. Он, кстати, возможно, поедет так до конца, потому что он на софте. А мы вот точно будем делать еще одну остановку. Алонсо впереди. Алонсо тоже, у него своя борьба. С Эриксоном борется, и там Насар впереди. Давайте, давайте, ДРС, давайте. Да. Давайте, хавайте. Вот так! Невероятно, как мы там протиснулись. Толкают нас взад. Мы из-за этого поддеваем чуть-чуть Насра. О, Эриксона. И вот так легко и непринужденно обходим Эриксона. Еще и ДРС включаем. А он нет. Рожан в боксах. Много кто в боксах. А по-моему, кстати, тучи начинают сгущаться. Сайн сейчас точно будет атаковать.
Да чтоб тебе! За что мне все это? Смотрите, Хас с Гутьерреса сразу за нами проходит Алонсо. Смотрите на Гутьерреса. Атакует. Но мы все равно удерживаемся. Ох, Гутьеррес пытался. Но никак у него не получается. Слушайте, вот эта сложность мне больше нравится. Здесь хотя бы они... пытаются соперничать с тобой, как в легенде. Кстати, дождик пошел, кто-нибудь не заметил. Поэтому ставим уже промежутки. Заезжаем в боксы, так же, как и все. Выезжаем, смотрим, какими мы будем. Хоть мы медленно, но верно подбираемся к Ферстаппену, я думаю, мы не сможем его догнать, и нас догнать, и перегнать тем более вряд ли кто сможет. Поэтому финишируем мы, скорее всего, восьмыми. Конечно, это обидно. Я планировал получше результат во время гонки, когда ехал. Но тоже очки. Райконен победил. Ну хотя бы Райконен, люблю Райконена. Тактика наша сработала. То есть так, как мы и планировали. Ультрасофт, суперсофт и потом промежутки либо софт. Но так как у нас начался дождик, опять-таки, как мы и планировали, все пошло по плану. Единственное, не входило в мои планы вот эти два пируэта. Кими Райконен. Под ножопой третий, по-моему. А еще мы, кстати, Росберга обогнали, это радует. Итак, под ножопой третий, Рикьярдо второй и Кими первый. Вот такая она Гран-при Монреаль. Если вам понравился ролик, ставьте лайк, оставляйте комментарии, а еще лучше подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые этапы. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока. Я чемпион! Что такое? Назад! Вперед! Ну, помогите мне! Я чемпион! Спасибо!